Всем привет! На канале Breakfast Show «Дневные новости». Сегодня 4 июня, в студии Юлия Панкратова, и сейчас кратко о главных темах этого выпуска. Хаймерсы летят в Россию, в Белгородской области атакован комплекс ПВО. Верните папу домой, жены мобилизованных вышли с пикетом к Министерству обороны. Пою во благо Родины, Ольга Бузова извинилась за свой костюм на выступлении в Уфе. И начнем с новостей из Украины. Воздушная тревога ночью сегодня объявляли в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях страны. В Днепре прозвучало несколько взрывов. Есть сообщение о 2 сбитых ракетах, в результате падения обломков которых пострадали 5 человек, возник пожар, были выбиты окна в домах, повреждены автомобили. По некоторым данным, в Днепре российские войска нанесли удар по автопарку Национальной гвардии Украины. После прилета был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными. В Белгородской области атакован комплекс ПВО. В результате уничтожены 2 пусковые установки и вспомогательные машины. Скорее всего, удар был нанесен ракетами «Хаймерс» 1 или 2 июня. Ранее союзники Украины разрешили атаковать военные объекты на территории России поставленным западным оружием. В случае США это как раз «Хаймерс», которыми теперь официально можно бить по объектам Белгородской области, откуда обстреливается Украина. И вот как использование западного оружия в атаках по военным объектам на территории России прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show. Сам факт разрешения уже многомерно меняет то, что будет дальше происходить в этой войне. Безусловно, то, что мы видели на севере Харьковской области, и то, что мы видим до сих пор по Харьковской области, когда в Белгороде стоит в тех или иных населенных пунктах, ну или возле них, возле самого Белгорода стоят целые, там, скажем так, и артиллерия, и С-300, и оттуда идут постоянно, регулярно удары по Харькову, и это все находится там в 20-30 километрах вот в зоне поражения, по сути, даже артиллерия украинская, не то, что там нужно что-то дальнобойное применять и так далее, но до этого момента нельзя было это все разрушать. Сейчас, я думаю, что эти вопросы будут решаться гораздо эффективнее, и тогда война будет выглядеть совершенно иначе. Что касается непосредственного применения, то это скорее нужно, чтобы Генеральный штаб комментировал, применяют они или не применяют, но мы с вами уже видим определенные последствия в той же Белгородской области с точки зрения разрушения инфраструктуры атаки на Харьков. Имеется в виду система баллистических систем, система С-300, которая все время в течение длительного, уже там где-то более года, наверное, обстреливали город, жилые кварталы города Харькова. Жены мобилизованных вышли на акцию у здания Минобороны в Москве. Они требовали встречи с министром Андреем Белоусовым. Многие привели с собой детей и развернули плакаты. «Пожалуйста, верните папу домой, мобилизованным пора домой. Белоусов Андрей Ремович, поговорите с нами, мы есть». Женщины добиваются встречи с министром обороны Белоусовым. Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему. Участницы акции также рассказали, что у здания Минобороны за ними следят неизвестные, снимают их на камеру. К зданию ведомства в какой-то момент подъехал автозак. При его появлении участницы пикета встали на колени. Я напомню, 31 мая Минюст объявил иностранным агентам движения «Жены родственниц российских военных путь домой» и также выступающих против бессрочной мобилизации. В личном качестве на агентом ведомстве назвали участницу движения Марию Андрееву. Казахстан исключил «Талибан» из списка террористических организаций. Тут Казахстан обогнал Россию, где только заявили о намерении сделать это. По словам президента Казахстана, такое решение приняли из соображений важности развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном. У властей Казахстана также есть понимание, что режим Талибов в Афганистане является долгосрочным фактором, добавил Токаев. Я напомню, на прошлой неделе в России МИД и Минюст выступили с предложением исключить «Талибан» из списка запрещенных в России организаций. Глава МИДа Лавров пояснил, что эта инициатива отражает объективную реальность, так как талибы являются реальной властью, а Афганистан нам не безразличен. При этом российские власти пока не называют сроков исключения группировки из реестра, зато известно, что «Талибан» пригласили на Петербургский международный экономический форум, который вот-вот начнется. Ольга Бузова извинилась за свой наряд на выступление в Уфе и заверила, что живет, цитата, «во благо Родине».
Извинение появилось в телеграм-канале Бузовой. Ранее Следственный комитет по Республике Башкортостан заявил, что проведет проверку в отношении Бузовой. Основанием для нее стало обращение пользователя соцсетей Марины Ефремовой. Она попросила СК обратить внимание на выступление певицы в откровенном наряде. Женщина приложила фотографии с концерта в Уфе, который прошел 1 июня. Добрый день, лето. День защиты детей. Мы открываем самый масштабный фестиваль в России ВК-фест. Ну, в общем, замечу, вполне стандартный концертный костюм для Бузовой и многих других российских исполнителей. Поучаствовать в скандале со своим ценным мнением поспешили многие. Вот, к примеру, Ксения Собчак раскритиковала Бузову и указала на наличие у нее двойных стандартов. Ксения Собчак о двойных стандартах. Якобы ранее Бузова осудила голую вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, а сама появилась на публике в откровенном наряде. Наряд Бузовой вызвал также негодование уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной. В неадекватности костюма мероприятию заявили несколько депутатов, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, вообще-то которая сама не прочь одеться в духе Бузовой, задалась вопросом, зачем так провоцировать. Житель Белгородской области погиб в ДТП с участием российского танка, утверждает местное издание «Пепел». По информации источника «Пепла», авария произошла в ночь с 31 мая на 1 июня на дороге между поселком Красивое и селом Головчино. В телеграм-канале «Пепла» опубликовано крайне жесткое видео, мы не будем его вам показывать, на котором сняты, как утверждаются, последствия ДТП. На записи мужчина в военной форме осматривает тело погибшего и говорит: «Да, 200, 200 он, ничего не поделаешь». При этом сводки ОМВД по Белгородской области за 31 и 1 мая ДТП не упоминается. Губернатор Белгородской области Гладков также не сообщал о погибшем ДТП, отмечает «Пепел». Издание сообщает, что танк с якобы пьяным экипажем протаранил автомобиль, в котором находился погибший. По данным «Пепла», погибшего звали Андрей Алексеев. Он работал водителем большегрузов. В ночь на 1 июня он должен был выполнить последний рейс перед встречей с семьей. Ранее Алексеев из-за постоянных обстрелов Белгородской области перевез жену и детей в Тверь. «Пепел» пишет, что военные, которые находились в танке, попытались скрыться с места ДТП. Их удалось остановить только в 3 километрах от места аварии у поселка Красиво. Как заявили местные жители в разговоре с журналистами, ранее танк ездил в Грайвороне и позбивал там бордюры. Вдова Алексеева записалась на прием к Вячеславу Гладкову и уже едет в Белгородскую область. В Тюмени неизвестный забросал коктейлями молота храм Дмитрия Донского. Храм-часовня Дмитрия Донского имеет статус воинского. В нем совершается ежедневная молитва святому благоверному князю Дмитрию о защите Отечества от нашествия вражеских раздоров и нестроений. В результате действий мужчины загорелся вход в храм, местного жителя задержали. Ранее в отношении него возбудили 2 уголовных дела по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества. И таковы главные новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи уже завтра.